Казахстанцы собираются на общенациональный митинг 25 сентября в 19 часов. Активисты из десятков городов Казахстана уже подтвердили свое участие. Приходите на мирный митинг со своими родственниками и друзьями. Поделитесь с ними адресом сбора на митинг в своем городе. В Алматы собираемся в 19 часов около автовокзала Саяхат, рядом с памятником Раимбек Батыра. Стягиваемся в точку сбора с разных мест. Проводим митинг до 20 часов. Начинаем шествие по проспекту Раимбека в сторону Арбата. Доходим до проспекта Фурманова и идем вверх до Жибек-Жалы. Далее на Арбат. Там собираемся в 20.30. Стоим на Арбате до 21 часа, набираем массу. В 21 час поднимаемся вверх по улице Панфилова и идем в сторону Старой площади. Собираемся на пересечении улиц Панфилова и Толеби. Проводим митинг до 21.30. Далее обратно шествуем в сторону Арбата и в 22 часа завершаем митинг.